Я вас продублирую. Мы договорились с представителем тагильской диаспоры о том, что значит, деньги, которые мне предлагают за испорченное изделие, будут переданы в благотворительный фонд «Хорошие люди». Мы сейчас идем в кассу фонда «Хорошие люди» передавать эти деньги. Деньги не для меня, деньги для фонда. Ну, чтобы у вас больше претензий, ну, по это снимается, никаких претензий. У нас претензий нет, но вот эти деньги, которые за ущерб нанесенный, да, деньги придутся в фонд «Хорошие люди». Претензий у нас нет другого. Все снимается, весь исчерпан, весь конфликт, конфликта чтобы конфликт больше не было, чтобы мы больше к этому вопросу не возвращались. Да, мы просим всех, все действующие властные структуры, невластные структуры перестать этот конфликт раздувать, быть адекватными. И закончим эту тему. Да, закончить вообще навсегда скандал. Мы хотим внести в фонд деньги, да? За испорченную вазу, которую наш волонтер. Ну, просто, нет, фонд просто примет деньги как благотворительность. Да. Да. Надо подождать. Вот оплачено, Андрей, конфликт исчерпан, будем дружить дома. С удовольствием. Доброго, до свидания. Что у нас сложилась ситуация, вот, который конфликт, что мы его со сегодняшнего дня решили, исчерпали. Думаю, после этого наша встреча с Андреем, больше этот вопрос не поднимется, и все вопросы решены. Андрей, ты согласен с этим? Естественно, да. Все, давайте, чтобы мы все... Спасибо за сотрудничество. Что получилось, то получилось, но вопрос мы решили. Больше друг другу никаких претензий не имеет. Претензий нет никому. Ну, брат, ну, видишь, ты...